Так, ну что, всем привет. Продолжаем столкач. Так, подожди, давай сначала звук проверю. Не, звук, слушай, нормально стоит. Короче, в этой серии надо сходить на Агропром, найти тайник стрелка, и еще, короче, нужно сходить на базу свободы. Вот, потому что у нас там тоже есть квест. Нужно его сдать, получить деньги за это. Вот, собственно говоря, начинаем двигаться потихоньку по сюжету. Потому что сейчас выполнять обычные квесты, типа сходи туда, сделай это, ну... У нас уже достаточно есть ресурсов, чтобы продолжать, грубо говоря, сюжетную линию и... все такое. Так, там собачки, что ли? Смотрите, что у меня есть. Так, ну вроде всех отстреляли. Так, давай-ка немножко дробины заряжу свой дробовик. Ну, кстати, неплохо так бьет и на дальнее расстояние, вот заметил. Хотя, наверное, для таких целей лучше использовать другой тип боеприпасов. Как он там называется, уже не помню, блин. Такой там с черной хренью, короче, подписан, подрисован. Дробовик — это хорошая инвестиция, скажем так. Это вот типа дроп, и есть там этот... Жикан! Жикан, вот. Хотел назвать его Жикан. Короче, Жикан лучше использовать для дальних расстояний. Хотя он так вроде справляется неплохо. Мурочка наша. Все, идем на другую локацию. Какой у тебя ук. Неплохо, неплохо. Сейчас посмотрю, может, у свободных какая интересная пушка, может, обновлюсь. Посмотрим. Если не будет, я просто боеприпасов у них куплю. Чтобы можно было спокойно в лабу сходить. Давай как клавиатуру чуть поближе поставлю тут себе. Ага. Так и музыка опять, наверное, гремит, да? Да. Кто бы сомневался. Так, вот кто это? Ученые, да? Похоже на ученых. Опустил, опустил, опустил. Ах, не хочет он ничем там махаться с нами. То есть долго вид делает, непонятно. А, вроде как еще... Да, вот что хотел сказать. Мы все еще по дороге обследуем аномальные поля. Потому что есть подозрение, что в этой модификации не работает детектор аномалий. И вот, по-моему, где-то вот здесь есть еще одна... аномалия, которую можно будет обыскать с детектором. Бэка сейф. Карусель. Так. Берем, короче, наш медведь. И медведь ничего не обнаруживает. Но у нас есть еще другой детектор. Вот самый первый этот. Который, по идее, что-то должен искать. Потому что... мы уже выполняли квест с ним. Начальные там квесты. Короче, он ничего не видит. Давай я поменяю на другой детектор. Вот этот вот отклик. Давай его. И он, короче, тоже ничего не видит. Так, тихо, аномалия. Не влезть бы в тебя.
Давай с этой стороны посмотрю. Так, ну вроде тоже ничего не обнаруживает. Так. А, давай еще с той стороны обойду. Давай, возьми детектор. Ну, короче, тоже ничего не видит. Все, давай, погнали отсюда. Пойдем на базу свободы. Сейчас бы здесь на какой-нибудь монолит, я не знаю, не нарваться бы. Нифига себе, это типа так лазер далеко бьет. Типа точка вообще не измеряется с расстоянием, типа что она тут, что она где-то вот там вот. Типа по идее это вообще видно уже не должно быть. Ну это условности, грубо говоря. Здорово, мужики. Сейчас я тут схожу, торгану. А, подожди, задание кому мне там нести? Подожди. Страйкер. Ну, кому-то, короче, из этого здания. У Лукаша. Короче, Лукашу надо нести. Давай, короче, я Лукашу отчитаю и схожу. Так, ты ж не Лукаш, нет? Давай, прикуплю, может, у тебя что-нибудь. А у тебя ничего такого и нету, да? Так, подожди. Я бы еще свой скарг подчинил бы немного. Вот этим вот. Плюс вот это. А надо ли это? Давай нашивкой военных. Вот как раз 99%. А у тебя больше этих клеев нету? Не, у тебя есть. Давай я тебя прикуплю. Он недорогой, но полезный. Что с... Здорово, мужик, чем занят? Да ничем, хотел что-то. Леший меня звать, будем знакомы. Я здесь проводник и разведчик. Проводник! Это к тебе местная разведка, небось, много где побывал. Тебе и не снилось, даже в аномалии пространственной побывал. Но это очень долгая история. Хах, ладно. Набиваться слушателей не буду, удачи тебе. Янов, Кордон, Янтарь. Слушай, ну на Кордон... 4500. Короче, 9000 потратим. Я, в принципе, я не думаю, что мне там Сидор, он заплатит больше 10. Чисто ради 1000 вот так вот перемещаться. В принципе, там, если нам надо будет куда. Короче, я выполнил задание, вот 14 косарей мне дал. Ну все, задание завершено. Я тут таблетки спижу, ладно. Тебе я не смотрю, особо не нужны. А, попить. На, я попью. У меня, кстати, больше воды нет. Вот, есть энергетик, есть вот это. Так, ну ты ж провизией не торгуешь. Ну, короче, давай к тому торговцу схожу. Что-то мне кажется, что он из провизии там, типа, воды тоже торгует. Надо будет ее затариться немного. По еде у меня что? По еде у меня это. По еде пока хватает. По воде нету. Здорово. А, давай прикупить. О, блин, я так засматриваюсь на эти ауди. Ну да ладно. Давай моих боеприпасов. Мне вот ПМДшек побольше. Не хочу дроби у тебя еще купить. Вот про эти, ЖКан, короче, я говорил.
Ну, мне пока дроп обычно устраивает, в принципе, вот так вот. Все, боеприпасов достаточно. Они, конечно, уходят, как горячие пирожки. Давай вот этих возьму. Вот, а что бы я тебе мог бы сдать? Давай химсвет. Мне, в принципе, одного достаточно, тем более у меня есть фонарик, у меня есть налобный фонарик. Давай я тебе обычно, короче, фонарик сдам. Ну, типа, чтобы уменьшить вес. А, части мутантов, я их там насрезал. Вот это вот все забирает, это все вес. Я это лучше конвертирую в деньги, скажем так. Ну, 3000 есть еще. Так, ну все, наверное, да? У меня, по сути, все самое основное есть. Я бы тебе какой воды еще купил бы. Вот, воды давай. Чуть энергетиков возьму. Старых патронов. Ну все получается, да? Получается, что все. Так, 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 быстрый взгляд. Ну все, да. Я думаю, мне хватит всего этой находки моей. Денег, что там, 34 тысячи есть. В принципе, этого с головой должно хватить. Так, я предлагаю, короче, такой вариант. Идем через мертвый город. В мертвом городе мы сворачиваем, короче, к ученым. По-моему, это локация Янтаджи называется, на которой они сидят, да? Короче, получается, как мы идем? Мертвый город сюда. Так, я это скрою. Потом вот так вот обходим, такие хуяк-хуяк, и на Янтарь. Да, локация называется Янтарь. Торгуем с учеными, может, покупаем более лучший детектор и идем от них уже вот сюда. И здесь, собственно говоря, спускаемся в лабораторию. План четкий, ясный и понятный. А еще я хочу вот здесь проверить аномалию. Вот эту вот кислотную. Она же мне хоть как-то помечена. Она у меня помечена. Аномальное кислотное болото. Я надеюсь, там с моим костюмом ничего не произойдет. Я беру детектор. Сохраняюсь. Болт мне в помощь. Так, у меня же костюм там все на полную, все на полную. Надо там не прошибает. Так, ну пока каких-то артефактов я не вижу, если честно. Ой-ой-ой, да, нам тут хреновеет. Давай поменяю, короче, детектор на другой. Пофиг, если мы тут сдохнем. Я был готов к этому. Давай еще аптечку. Ну все, короче, здесь никаких артефактов нету в этой аномалии. Давай, короче, последний сейф. Я даже туда лезть не хочу. Это просто ради проверки. Приснилось, короче, грубо говоря. Давай звук опять потише сделаю. Ага. Ну что, потопали дальше. Так. Дай-ка вспомнить. Даже здесь у нас тайник есть. Че, давай в тайничок загляну. Надо же их тоже собирать как-то. Может, там что-нибудь ценное окажется. Тайник это, наверное, вот этот ящик, да? Тайник это вот этот ящик. О, инструменты. Еще один детектор. Ну, я думаю, он на продажу этот детектор пойдет.
Можно, конечно, сходить сейчас технику сдать его. Сколько ты весишь? 2,29. Блин, ну это идти, сдавать, это время тратить. В принципе, можно ученым его сдать, донести там, пронести через этот мертвый город. Так. Это мне какой проход надо? В рыжий лес. На радар. Мертвый город. Мне сейчас налево туда по дороге. Давай дробаш возьми. Так, это кто там с кем воюет? Это по мне, блядь, шмаляют. Ни хрена себе. Заявки. Это монолит, походу, там сидит. Дай поближе. Или это военные? Непонятно пока что. Нет, это монолит. Так ты ж один там был? Не один. Ни хрена себе ты. Спелелок, блять. Давай сейф. Сейчас разберемся тут. По-быстрому. Не торопиться. Я бы на твоем месте поторопился бы. Где там, блять? Как он, блядь, жив? Живучие гады, да? Что по здоровью? Здоровье хилится. Костюм чуть подразъебали мне. Вот так. 96%. Отлично, давай похаваю еще. Дай батончиком. Ай, опять музыка орет. Опять музыка орет. Все, сейф. Так, ну что, надеюсь, все. Наемники, это наемники вообще были. Заживление ран, насыщение. И патроны, вот я не знаю, брать себе, не брать. Вообще калашников у тебя хреновый, конечно же. Ну, давай, патроны, ладно, патроны я возьму. Пофиг. О, ни хрена себе, это мемочка. Зачетненько. А, глушитель давай свой сюда. Дробь давай сюда. Патроны мои. FMJ-ки. Сюда тоже давай. А, вот это я возьму. Это же тоже мои патроны, да? Нет, это не мои патроны. Короче, я вот это у тебя возьму. Дай хоть сэмки-то и посмотрю, что она из себя представляет. Пелень какая-то. Ладно. Отсоединить гранатомет. Хреновые патроны выбросить. Это выбросить. Это давай сюда. Так, ну что, не налеплю явно тебя сюда, да? Вы кто? Зомбированных. Наемники постреляли зомбированных. И побрали их. О, ладно, давай, короче, в мертвый город. Ну, кстати, мертвый город, там, блин, наемники сидят. А мы с ними особо не дружим. А, давай вот. Не, в принципе, у меня эти патроны заряжены. Я вот, знаете, что не посмотрел? Я не посмотрел еще один корсет себе на переносимый вес. Ну, я думаю, если что, это можно и ученых, в принципе, посмотреть, да? Кстати, что у нас по времени там? А, местному времени 18:25. В принципе, я думаю, мы там уже, когда темнеть начнет, уже дойдем, да? Я надеюсь на это.
Короче, в принципе, у них там можно будет и поспать, что по радиации немного. Курни немного, что ли. Странно, что здесь сейчас никого нету. Потому что обычно здесь еще на этом посту сидят наемники. Блин, энергетик, что ли, бахнуть? 54 килограмма тащу. Ну, это, наверное, из этих патронов все. Я даже не знаю, есть ли смысл их таскать или нету. Может разобрать их нахрен, а? Хотя смысл там нет, этих гильз, блин. Давай, мертвый город, короче, потопали. Ох. Так, пацаны, если что, я здесь проходом просто. Если тут будут какие-то наемники. Так, давай-ка глянем на карту. Мне, по-моему... О, кстати, аномальное поле. Аномальный холм. Можно, в принципе, его еще тоже рассмотреть, этот аномальный холм. Давай вот так. Давай детектор бой. Так, ну что-то я тут тоже ничего не наблюдаю пока в этом аномальном холму. Аномальном холме. Ладно, давай тогда поменяю. Ни хрена себе там шквакнуло. Не, что-то вообще ничего не пищит. А, так, ладно. Мне, по-моему, вот туда надо, да, двигать? На янтарь, да. Мне вон туда надо. Давай потихоньку, полигоньку. Уже вроде пока никаких наемников нету. Слушай, ну тут тоже прям так выйдет, какое-то прям большое аномальное поле. То есть смотрите, там зомбак тусит. Даже несколько. Кстати, зомбаков тут выгодно убивать. С них хорошие ништяки иногда падают. Давай сейф пока. Я скажу, чисто этих зомбаков постреляю. Школа. Пацаны. Ну все, вроде все зомби готовы. А там наемники активизировались. Смотрите. Так, нет, давай дробовик возьми. Все, давай зомбаков съедаем и иду отсюда. Хотя вот все эти части мутантов. Ни хрена себе, братан.
Сколько у вас там? Двое? Прибежали, блядь, такие. На стрельбу, что ли, прибежали или что? Просто вроде как тут механика так не работает, что они там бегут на стрельбу. Ну сейчас смотрите, в аномалию влезет. Не, им пофиг на аномалию. Услышал выстрел из боевика мертвым в городе. Ну что, встретим наемников? Мне есть что предложить. А, подожди, музыку. Музыку давай потише опять же сделаю. Ну пока я срезать не буду, блин, я подожду наемников, мало ли выскочат. Затомбати немного это. На месте ходят. Опа, это уже по мне прилет был. Давай пока аккуратненько все срежу, постараюсь. Давай быстро сейф. Не, слушай, они прям возражают, если я прям туда пойду. А с кем-нибудь там еще стреляются? Надо поддавливать их. О, ни хрена себе, они в здании, блядь. Джонни, они, блядь, на деревьях. Ну, раз вы в здании... Жопа. Тан, давай скаг на тебя буду использовать. Решил, блядь, наемников пострелять, да? Зомбаков. Надо, блядь, менять позицию. А, хпшка, блядь, хпшка. Нихера себе подыхал, подлез ко мне тут. Я просто смотрел, блядь, инвентарь и хотел этот барвинок, типа, принять. А теперь эта музыка орёт, блин, невозможно. Сучка. Сколько вас там? Вас там трое. Четверо. Это, блядь, вся база, что ли, на меня сбежалась, блядь, наемников этих.
Блять, хочу гранату кинуть, подожди. Да, сейчас я тут, блядь, подтягиваю. Сейчас у меня тут, блядь, наполучается. Или я наполучаю. Опа, запалили. Так, ты где, блядь? Так, давай так. Сейф. Скар. Так, ладно, минус один. Бегом, 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 мансить. Откуда, блядь? А вон он стоит, слышь. Из-за бога. Там один, второй. О! Потные, слушайте, потные эти наемники. Давай за машину пока что. Пока за машину. Ебать! Граната взорвалась. Слушай, ну я тут влип, блин. Давай потише звук сделаю. Перезарядка. Сейф. У меня хпшки нету, блин. Блять. Минус один. Отлично. Я вышел там, блин, не выскочил. Он хочет явно. Живучий, а? Ладно, их там трое, может даже больше. Ой, мать. А где, собственно говоря, мой скар? Почему он у меня в инвентаре? Читер? Читер. Давай, скак, быстро. О, как бы так разыграть, блин. Дай подумать. Вообще без идей. Пострелял, блин, сходил зомбей. Надо было вообще внимание к себе не привлекать. Так, ладно, минус один. Отлично. Уже хорошо. Минус второй. Отлично. Живем. Минус еще один. И вот надо вот тебе там выскочить, да? Так, а слева, если что, никого нету, да?
Ничего, сейчас загасим их. Я вот только что говорю, что справа не прикрыто ни хрена. Давай бинтик. Где он там второй был? Ни хрена себе, мне вообще гранаты взорвали. Ух. С такой толпенью сложно справиться. Так, музыка, не ори. Давай, 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 давай. Да сколько тебе надо? Так, понятно, их там трое. Трое и, блядь, граната. Давай обратно за грузовик. Не, обратно за грузовик я уже не успел. Значит, будем обрабатывать ту ситуацию, которую уже имеем. Вопрос, нахрена они тут в таком количестве, а? Вот ты знаешь, блин, нахрена, я не знаю. И сдох под конец. Ох. Пот. Эта серия называется «Пот». Ну, только, блядь, своим говном меня тут больше не закидываете, ладно? Ублюдок стоит. Чё, больно, да? От какого-то сталкера с боевиком, блять, умирать. А мне каково? Ай-яй-яй-яй-яй, попали. Фух. Сколько там? Один? Он один остался, вблизи один. Слушай, ну мы почти сделали это. Это, блядь, самый тяжелый поход на Янтарь, который возможен. Где он, блядь, его не вижу. Откуда меня убил? А вообще из здания, нифига себе. Вы там что, респавнитесь, что ли, блин? Откуда у вас тут такое количество? Торопиться, блять, я поторопился бы на твоем месте. Сказать, что у меня хреновое укрытие, это ничего не сказать. Так-ка, перебегу немного. Господи, боже мой. Господи, боже мой.
Ничего, заебись. Интересно, кто меня сейчас надамажило? Чё, откуда вообще, блять? А, оттуда, блин, нифига, кстати, а звук был такое чувство, что как будто меня там слева, блин, убивали. Вон он там, гад, тусует. Вон он, та жопа с ушами. Это был самый хитрый, блядь, из них. Держимся, держимся, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Убивают. Минус один. Бинт. Нету бинта. Нету аптечки. А, есть что? Погвинок, блядь. Не знаю, похуй. Боевой стимулятор. Так. По нам работают оттуда. Тут еще один хуй входит. Что, все? Почему тот по мне, блядь, не гасил? Не понимаю. Давай сейв. Не, ну, судя по звучке, это все равно, это все еще наемники. Че, хотели от меня просто так избавиться, да? Вот не получилось. Оружие почему-то не стреляло. А патроны закончились. На жопе шекс у тебя, блядь, есть. Это сзади еще по мне, нифига себе. Есть у него, блин. Шекс. Господи, это, блядь, столько наемников завалить, блин. Это столько наемников перестрелять. Откуда он, блядь, вылупился еще, главное такое? Мне надо срочно в здание. Блядь, и ты оттуда. Фу-у-у-у. 44 минуты уже запись идет. Мне надо на этого гашить, наверное. Ты вообще живой там, блядь? Так, я не выжил. Короче, давайте на этом серию завершу. Продолжим в следующей серии, чтобы вам было интереснее смотреть там с самого начала ее. Вот, все. Всех люблю, жду в следующей серии. Ставьте лайкосики, подписывайтесь. Всем пока.